Доброго времени суток всем. Сегодня у нас, скорее всего, рыбалка на окуня, потому что судак что-то перестал ловиться, да и щука выходит раз в сутки, и то на 5 минут. Поэтому будем пытаться ловить окуня. Кажется, дождь начинается. А кто это сошел? Интересно даже. Схватил прямо, прямо при падении, как мне показалось. С приманкой устроил просто. По идее, это должен быть окунь, но я не уверен. Если окунь, значит, он там не один. Сейчас мы это проверим. Ой-ой-ой-ой. Блин. Ну да, похоже, это окунь все-таки. Блин, ё-моё. Окунь, окунь. Ёлки-палки. Ну, это 0,1 миллиметр в час. Сейчас отпускаем. Не ссы. Так, ну он там, видимо, не очень крупный, но весь такой. Раз. Там фиг его знает, надо проверить. Ну а вдруг все хорошо, и там сейчас такие окунямбы пойдут. Что-то больше не идут. Что их там, 2 штуки что ли было? Как отрезал. Неужели их там было 2? Не может такого быть. Бодрячок, толстячок. Интересно.
А там нет никого. Вот там был. Так, а ну-ка перезакинемся. Наверное, надо будет ставить 3 грамма. Ветер мешает. И прицельно попасть и закинуть чуть дальше. Поставим 3 грамма. Так, 3 грамма. Полетело получше. Даст ли это что-то? Сейчас посмотрим. Ну ладно, чё, тоже прикольно. Блин, ну чё тебя закручивает там? Все. О, не все. Есть кто-то. Ты смотри, прямо вырывает удилище. Выдает. Выдает. Толстун такой неплохой тоже. Прикольно. Такого окуня я еще не ловил. В плане. Беремчатого. Такое. Ну, просто я никогда не ставил таких мелких приманок. С такими легкими весами. Целенаправленно. Может, в этом дело. Но хотелось бы, конечно, что-нибудь покрупнее. Потому что это какая-то ерунда. Мокнуть тут из-за 100-граммовых окуней. А дождь не прекращается. Похоже, все-таки придется идти домой. Блин, капец. Дождь, конечно, не в тему вообще. Ладно. О, он и прекращается вроде. Ну, правда, все равно нифига не сухо. Ну, хоть поменьше стало. Да, погода супер. Когда идет дождь, еще и не клюет, вот это вообще жопа.
пора идти домой. Ну все, хватит уже. Ничего не дает. Дождь заканчивается. Может, еще кто-нибудь попадется. Это никак не связано, просто теперь-то хоть стоять можно спокойно, не напрягаясь. Галяк. Исход. Там крючочек маленький, неудивительно. Ну, окунь был такой же, как и те. Ничего особенного, просто бодрый. Надо какую-то пассивку ставить, чтобы дальше летело. Потому что это закручивает все-таки. Хвостик. Так, толстун или толстяк, как тебя лучше назвать. Ну, ловим дальше. Не летит-то. Ну, потому не летит, наверное. Потому что летит куда надо. Блин. Ай-яй-яй-яй. А как упирался, как упирался. Ну чё, товарищ? Нормально. Такая вот приманка произвольная. Хвост от Полярис. Поставил прям
Сразу 5 грамм. Без компромиссов. Три грамма. Вроде неплохой какой-то хрен. Просто травы много. Полярис один дюйм на 2 граммах или на 1,5, не знаю. Блин. То прям поклевка за поклевкой, это все пропали. Угу. Вот есть. Нет, сошел. Жалко. Ладно. Ну я понял, вроде ему понравилось все-таки. Взял на вымотке какой-то злой, не знаю кто, завел в траву. Гад. Ну шут, кто там такой? Гаденыш. Фига себе. Крючок не разогнул, но... Ну, я не знаю. Ну, было очень близко к этому, по ощущениям. Вот это мог быть и хороший окунь, если это был окунь. Может быть, судачок. А может, это щука была? На вымотке взяла. Странно, не знаю. Ну, по поведению так прям сильно от тех окуней не отличалось. Просто как-то в кусты завел. Слегка бодрее сопротивлялся. Может попробовать равномеркой.
Отъели. Отъели. Гады. Это было при чем-то типа мормышинга. С дрожанием равномерка на без ступеньки. Такая вот самодельная танта из хвоста. Другой совсем приманки. Яркий ультрафиолет такой. 2 грамма. Сейчас посмотрим. Кто-то клюнул. Но больше не клюнул. Гад. Так, опять кто-то, великан какой-то попался. Сейчас посмотрим, кто это. Если вытащим, конечно. Мне очень интересно понять, кто это такой. Может, вообще какой-нибудь карась. Не, судачок. Судачок. Беремчатый. Чш-чш-чш-чш. Не боись, не боись. Сейчас отпустим тебя. Иди сюда. Иди, 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 иди. Ух ты. Красавец. Мне фото, тебе жизнь. Подожди, дурень. Посмотрите, на что он попался. Ай-ай-ай. Так. А теперь вот эта мамашка полутора килограмм. Как минимум, может, чуть больше, уходит жить вперед. Рвануло нормально, так класс, супер. Фух. Так, ну все. Тут уже лучшего не будет, явно. Можно собираться домой. Полка отработала на сегодня. Просто отлично. Просто зашибись. Фух, спасибо водоему. Еще вернемся. Всем ни хвоста, ни чеши. До свидания.